Здравствуйте! Разрешите поздравить вас с наступлением пятницы. Меня зовут Юлия Север, и я подготовила для вас пару идей, как провести грядущие выходные ярко. Спектакль «Вино из одуванчиков» 31 октября на сцене «Самарта». «Вино из одуванчиков» – настоящий мюзикл. Авторы предложили зрителям восхитительное, легкое, игристое вино урожая 1928 года. Удивительного лета, полного немыслимых чудес. Серьезные отцы семейств, шурша газетами и дымя трубками, разъезжают взад-вперед на велосипедах. Шумная орава ребятни рассекает повсюду звонким смехом. Безнадежный фантазер Лео придумывает машину счастья, собирая ее из того, что попадется под руку. Легкая летняя атмосфера. Пожалуй, именно этого так не хватает нам зябкой осенью. 31 октября, 18:00, театр «Самарт». Театр драмы имени Горького приглашает вас на свою трагикомедию «Варвары». Это захватывающая история любовного многоугольника и непростых человеческих отношений. С их бесконечными конфликтами отцов и детей, мужей и жен, людей естественных и цивилизованных. Многочисленные герои спектакля влюбляются и искренне верят. Обманываются и ненавидят. Предаются страсти и просто предают. Это сильно, это глубоко. Загляните в театр драмы 31 октября. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Чайковского. Стоит обособленно от традиций балетного жанра. Новаторски применены музыкальные образы. Он является для композитора точкой отсчета в поисках смысла жизни. Именно в нем слышны раздумия на тему вечного. Балет «Щелкунчик» – это настоящее волшебство. Не пропустите 31 октября в Театре оперы и балета. Интересные выходные ждут того, кто проведет их вместе с телеканалом «Самара ГИС». В воскресенье в 19:00 концерт Самарского симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова порадует всех ценителей классической музыки. Первый день ноября в 22:10 на телеканале «Самара ГИС» смотрите художественный фильм Оливера Стоуна «Александр». Спустя 40 лет после гибели Александра пожилой Птоломей, один из ближайших соратников Македонского, решает рассказать и записать историю побед великого полководца. Источником вдохновения на создание этой картины для Оливера Стоуна стала биография Александра Македонского, написанная историком Робином Лейном Фоксом. Актерский состав поистине звездный. Главные роли исполнили Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл Килмер, Джаред Лето. Не пропустите фильм, ставший уже шедевром мирового кинематографа. «Александр» в 22:10, 1 ноября. Пожалуй, все на сегодня. Какими будут ваши выходные, решать только вам. Мы же будем надеяться, что вы воспользуетесь нашими советами. Увидимся с вами в следующую пятницу в рубрике «Афиша». Пока!